Торжества закончились, и столица начала избавляться от праздничного облачения. С самого утра на площади Великого национального собрания суетились коммунальщики. Сотрудники Люмтех снимали километры гирлянд, работники зеленого хозяйства разбирали елку. Все аккуратно сложено и упаковано до следующего года. Lucrările de spodobire a pomului de Crăciun au început la ora 8 dimineața. Lucrează 3 turnuri, 12 persoane muncitori. Jucăriile le colectăm, cele stricate le aruncăm, le selectăm, cele bune le depozităm. Ele vor fi păstrate până la anul viitor. Ramurile le tot așa le colectăm, le depozităm la depozit, carcasul tot așa le depozităm. Снимать яркие шары оказалось делом непростым. Из-за тумана ветки оказались влажными, и это сильно усложнило работу. Взобравшимся на 20-метровую высоту рабочим от души сочувствовали прохожие. Многие высоко оценили организацию мероприятий в этом году. Говорят, зимние праздники удались, но теперь все ждут весну. Foarte frumos era. И время de discos și la muncă să plecăm. Când am trecut pe aici, era pe jumătate, în podobit și pe clot terminat de dispodobit. Trecut anul nou și așteptăm primăvara. В этом году огни на главной елке страны зажглись 1 декабря.